Меркель назвала сроки членства Украины в ЕС, БПП. Немецкий канцлер якобы заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5-8 лет, утверждает Кононенко. Во время визита в Киеве канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала возможные сроки вступления Украины в Евросоюз. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил первый заместитель председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко. Госпожа Меркель во время визита в Киев, а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известный всем, впервые сказала примерный срок, звучал срок 5-8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня, подчеркнул Кононенко. Отметим, накануне президент Петр Порошенко заявил, что вопрос членства Украины в ЕС – дело нескольких лет, а не десятилетий. При этом лидеры Евросоюза не единожды заявляли, что речи о членстве Украины в ЕС сейчас не идет. Как сообщалось, накануне вечером Верховная Рада приняла закон о стратегическом курсе Украины на Евросоюз и НАТО. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.com.